Директор оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Раманадзе всегда ставила целью сделать кузницу кадров для будущих спортсменов-чемпионов. Ее идею поддержал Геннадий Шишин, который за 19 лет взрастил не одно поколение пловцов. Вот он тренер, спортивный тренер. К нему, если вы придете в 6:15, 30-40 человек в воде беспрекословно все выполняют. Он очень строгий. И в то же время он как папа родной им. Сам Геннадий признается, с директором у них была общая мечта, которой они стали идти вместе и шаг за шагом вести пловцов от первого разряда до мастеров спорта. Гульнара Раджаман, директор центра «Дельфин», целеустремленный человек. У нас 3 участника Олимпийских игр, 5 медалей олимпийских, 2 из них золотых. И кроме этих ребят еще есть у нас и международного класса, и мастера спорта. Анна Калашник занимается спортом 12 лет и весь путь до получения КМС по плаванию прошла в «Дельфине». На соревнованиях в Раменском Анна завоевала 2 золотые медали и 1 бронзовую. Спортсменка отмечает весь секрет в персональных тренировках. Наш тренер индивидуально подходит к каждому своему спортсмену. И, конечно, когда мы определились с дистанциями на заявку, мы понимали, что нужно готовить, что нужно плавать, на что нужно обращать внимание. У нас в команде все друзья, очень теплые семейные отношения, то есть... Я могу смело заявить, что люди, с которыми я плаваю, это моя вторая семья. У всех одна цель – это двигаться вперед все вместе, побеждать, выходить на новый уровень, завоевывать новые награды. 9-летний Константин Конев – самый младший из команды призеров. В «Дельфине» он занимается меньше года, но это не помешало ему взять золотую медаль на соревнованиях в Раменском. Я начал заниматься с 3 месяцев плаванием. Я начал, а потом уже спортивным плаванием. Начал уже плавать с 4 лет. А сейчас у меня 3 взрослый, и я хочу кандидатом мастером спорта, мастером спорта международного класса и чемпионом России. Не все медалисты начали ходить в бассейн ради спорта. Амир Шафиков занимался плаванием для укрепления мышц. Но с каждым походом в «Дельфин» все больше хотел заниматься на профессиональном уровне. Сейчас у Амира 3-й разряд и бронза на областных соревнованиях. Отдельная благодарность тренеру. Без него я бы ничего бы не добился. Я увидел, что это по-настоящему спорт, а не то, что я ради здоровья занимаюсь. Несомненно, важная часть успеха – это талант. Все остальное – это дисциплина и люди, которые не просто тренируют, а зажигают новые звезды. Инга Янчук, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.